Привет, друзья! Было ли у вас так, что вы зашли в супермаркет и на выходе вам говорят: «А давайте потанцуем»? Так вот, с этими ребятами так и случилось. Мы им предложили потанцевать, они согласились. И мы сейчас будем учить танец сальса. Поехали! Друзья, готовы? Готовы. Хорошо. Базовый шаг очень простой. Левой ногой идем вперед. Правой ногой на месте. И потом приставляем. Отлично. Правой ногой идем назад. На месте. Приставляем. Левой вперед. На месте. Приставляем. И назад. На месте. Приставляем. Еще раз. Левая вперед. Потом шагаем на месте. Приставили. И правая назад. Шагаем на месте. Приставили. Все просто. Можно повторять за нами. Поехали. И раз, два, три, пять, шесть, семь. Попробуем второй шаг. Он похож. Только двигаемся в сторону. Двигаем в сторону. Второй шаг на месте всегда и приставляем. Теперь в другую сторону. Второй шаг на месте, приставляем. Мы как будто возвращаемся, да? Шаг в сторону, возвращаемся, приставили. Получается? Шаг в сторону, возвращаемся, приставили. А теперь вперед первый шаг. И раз, два, три. Назад, шесть, семь. И раз, два, три. Назад, шесть, в сторону. И раз, два, три. 5, 6, 7. И вперед, назад. Маленький шаг. Вперед, левая, назад, правая. Вперед, левая, назад, правая. Так, в сторону, поехали. Влево, вправо. Влево, вправо. Влево, чуть быстрее. Вперед, назад, поехали. Вперед, левая, назад, правая. Вперед, назад. Вперед, назад. Кого легко получается, можно плечиками делать. Так, плечиками. Назад, влево и раз, вправо. Окей, мы готовы попробовать в паре. Берем девочек за руки. В сторону обратно приставили. В сторону обратно приставили. В сторону обратно приставили. Встаньте так вот. Смотрите, что значит обратно? В сторону обратно. В сторону обратно. Это перенос веса. Вы чувствуете, да? Раз, два, три. Назад. Отлично. Шесть, семь. И раз. Можно повторять. Шесть, семь. Поехали. Вперед, назад еще раз. Раз. Назад. Вперед. Назад идем. И раз, два, три. Пять, шесть, семь. С левой вперед. С правой назад. Отлично. И раз. И пять. У вас вообще отлично. Поплыл танец. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Так, еще чуть попробуем в сторону. И раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Ну что, ребят, как вам, понравилось? Да. Видите, это легко и просто. Можно, пожалуйста. Можно легко и просто научиться всего за 5 минут танцевать социальные танцы. Это была сальса. Спасибо, друзья.